Новая программа в цирке – это волшебное путешествие из снежной России в солнечную Италию. Потрясающая разножанровая яркая программа о добре, мире и любви с артистами из России, Румынии, Франции и Италии явно понравилась зрителям. Мы вас тоже хотим поблагодарить. И, в общем, ждем зрителей. Захватывающие номера акробатов на 18-метровой высоте без страховки, уникальные трюки, занесенные в книгу рекордов, смешные яркие клоуны, завораживающий иллюзион, невероятно умные слоны и величественные тигры. Классика цирка в современном исполнении – это действительно счастливый билет. Эмоции зрителей, как взрослых, так и маленьких, говорят сами за себя. Мне больше всего понравилось воздушный балерин. Балерина воздушная ему понравилась очень. Очень здорово. Понравилось. Со слонами и с гимнасткой. Понравилось. Слоны, они залазили на вот эти штуки и вставали на одни лапы. Огонь. Акробатки. Слоны. Сейчас, конечно, слонихи, потому что это как бы... Разве животных приходим? Да, это изюминка, очень ухоженные, а так воздушные гимнасты, просто что-то невероятное. Акробаты и слоны. Мне все понравилось. Слоны. Мне понравилось, как это на каначи летали. Нам все понравилось. И клоуны, и акробаты, все понравилось. Шион. Слон? Да. Ну, говори, что еще? Что тебе понравилось? Змеи. Змеи? А клоуны понравились? Да. Они какие? Смешные. Смешные, да? Да. Мне понравилось, но все, кто клоун, то тогда вот пятно, когда в голову шляпу. Это вообще обалдеть. Это фаны, как так они могут садиться как человек, а там-то это круто. Очень хорошо. Очень хорошо. Нам понравилось. Ну, мне, например, больше всего понравились слоны. А мне змеи. Фокусники. О, все, прекрасное, великолепное шоу. Слоны. Дядя на сыне. Клоуны красивые, хорошие, яркие, интересные. И слоны, конечно. Понравились артистичные клоуны, слоны, ну и, конечно же, гимнасты воздушные. И это только первая часть представления. А после антракта уникальные номера, каких еще не было в нашем городе. И удивительные животные. Я пришла в цирк очень-очень с малых лет. Мои родители выбрали для меня дорогу. И в Рязани мы впервые. Но нам очень нравится. Обожаю, мне очень все понравилось, и публика действительно сегодня была фантастическая. Работа с кенгуру оказалась непростой. Кенгуру боялись людей, и по признанию артиста пришлось потрудиться, чтобы австралийские боксеры стали воспринимать выступление как игру. Животные, они тоже хотят жить как бы в гармонии, так же, как и мы, люди. Вот. И поэтому, если к ним хорошо относиться, все как нужно, то будет все нормально. Если вы еще не успели приобрести счастливый билет, поспешите. Программа на Рязанской арене до 4 декабря.